На этот раз форма одинцовских конкурсантов в стиле модерн. Дизайнер Зинаида Кузьмина внимательно следит за трендами моды. Не случайно в Королеве по экипировке одинцовцы всегда в числе первых. На региональный конкурс соберутся представители 38 муниципалитетов. Сегодняшняя встреча короткая. Получить дипломы лидеров районного конкурса, послушать напутствие, а главное еще раз мысленно провести работу над ошибками. В этом году впервые выполнение заданий будет оцениваться по международным стандартам. У газосварщика Сергея Гордополова есть шанс попасть в сборную команду Подмосковья и поехать на Олимпиаду рабочих рук, которая пройдет в Казани в 2019 году. Это будущее. А сегодня... Борьба будет сложной. Самое главное – не растеряться, понять, в чем заключается задание и какая будет определяющая оценка. То есть, что определяет победу. Там, к примеру, у маляров, там, чтобы линии были ровные, у сварщиков, чтобы шов был, опять же, без наплывов, без всего. К примеру, в прошлом году маляры много времени потратили на подбор красок, а цветопередача была не критична. Было критично именно соблюдение геометрии. То есть вот, и благодаря этому не удалось получить первое место. Соответственно, вас прошу в этот раз обратить на это внимание и сконцентрироваться именно на том, что является критерием оценки победы. Зинаида Кузьмина, участница всех 16 конкурсов, по личному опыту знает, что лучшим в профессии станет тот, кто отлично знает теорию и мастерски владеет необходимыми практическими навыками. Следующие встречи. Конкурс будет проходить 23 октября, в понедельник, в Королеве, как всегда, и, как всегда, в том учебном классе и центре, где вы будете сдавать экзамены на практике. Команда одинцовцев настроена по-боевому. Работу я свою знаю хорошо. Все отлажено, все слажено, все отработано годами. Поэтому как бы проблем нет. Я начинающий конкурсант. Еду с боевым настроем. И настрой такой – победить, занять призовые места. Первое, второе, третье. Большой юбилей в этом году, 50 лет, и стараемся сделать подарок своей фирме. Лучшие по профессии от Одинцовского района едут на конкурс в Московской области, и мы должны там забрать лучшие первые места. Как минимум несколько штук должны быть наши. Желаю это нашим участникам и считаю, что они достойны того, чтобы стать лучшими по Московской области. С какими итогами великолепная девятка вернется из Королева, мы расскажем в выпусках одинцовских новостей. Галина Поликарпова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».